В творческой копилке композитора Александра Колкера больше 100 песен, которые исполняли эстрадные певцы. Но одна из них, мне кажется, стоит особняком, в сторонке. И ее можно смело назвать российским гимном пятничного вечера. Она была написана в середине 60-х, когда в моде были твист, шейк и рок-н-ролл. Не стесняемся, девчонки! Всем на танцы! Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. У кого что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Пусть не повезло.